немножко под другим наклоном и углом. Ох, отлично. Было, да, это грудного дела дошло тебя. Вот. Расслабились, расслабились. И еще раз прохрустели, да? Да, дожали. Потому что если не загну вас я, вот так вот, да, тебя так никто не загибал еще. Нет. Иначе, ребятки, вас жизнь загнет еще покруче. Поэтому. Да, сейчас стало легче вообще. И вот, ну, в грудном отделе, шея. Влево вообще не поворачивался, вот мы когда, да. А, кстати, да, поверни-ка влево. Ну вот влево вообще. Слушай, 90 градусов. Да, да. Еще раз. Чем я тебя поздравляю со здоровым румянцем на всю спину, от сих до сих. Это хороший процесс, значит, тонкая кожа отличный, трофика ткани в норме. Терпимо, в принципе, да? Да. Где есть места, у тебя были ягодицы такие, да? Забитые, да. Забитые. Но ты вытерпит хорошо. Да-да, не зажимайся. Терпимо? Ага. Немножко, да, вот так. Ну. Вот сюда нормально, да, сейчас? Ага. Стало. И вот в сторону. Опускай ногу. Расслабляем мышцы. Вот так, вот так. Угу. Ох. Вот. А для чего все это делается? Потому что у нас, собственно говоря, лечится сама, собственно, наша кровь. Вот эта вот гиперемия говорит о том, что пошли процессы, метаболизм ускорились. И кровь несет полезные микроэлементы к нашим суставам, к сосудам. Сейчас терпи. О, было, да? Ага. О, отлично. Ну, это бедро. Бедро вошло на место. Быстрый энергетический массаж. Сразу с воздействием на кости и связки. Если хочешь, можешь что-нибудь говорить, рассказывать. Ну, да. У нас ведь же не беседы, все. Ну, я говорю, во время массажа уже там половину прохрустело. Ну да, и это все еще подготовка к дальнейшей нормальной правке. Сейчас мы будем тебя править. А человек у нас сегодня большой, 222 сантиметра. И, соответственно, все высокие испытывают проблемы со спиной, рычаги большие. Ну это да, да. Так, потерпи. Ага. Чуть-чуть. О. Пока стучал, не отдавало сюда? Немножко было. Ну, уже как бы размяли предварительно, уже не так, конечно. Как... Уже легче, да? Да-да-да. Ну, это вот признак того, что там какая-то протрузия есть. Ага. L5S1. Так, выдох. И еще раз. Выдох. И теперь еще выдох. Сейчас мы с тобой подышим. Включаем АСМР. Если АСМР, а вы слыша нас, дышите вместе с нами. Выдох. Out together now. Теперь длинный протяжный выдох. Это все была подготовка для мощной декомпрессии. Теперь выдыхаем и расслабились. Еще раз давай. Все. Уже такие глубокие хрусты. Ну, в смысле, в глубине. В глубине там, да? Ага.
Ну вот отлично, что мы добивались. Продолжаем расслабляться. Ну, то есть я вот чувствую под пальцами прям спайки, да, вот есть местами такие эти уплотнения, видимо. Все есть, да, да. Вот как раз под лопаткой сейчас. Ага, вот она, да, да. И проработаем. Ты чувствуешь, да? Ага, да. Ну, наверное, чувствуется, где палец вот прям уже достает внутрь вглубь ткани, а где-то вот как будто ему что-то. Ну, это, ну как на лежачем полицейском. Да, как бы подпрыгивает палец. Да, да, да. Ну это по идее я должен чувствоваться, не ты. Ну я. То у меня палец подпрыгивает. Не, я чувствую, что как бы идет глубоко, глубоко палец, потом он как бы перепрыгивает через что-то. Ослабили, все ослабили. Да, есть такое. Лопатку тоже распускай, держишь руку, еще раз отпусти. Во! Ощущение, как будто она отклеилась. Пошла игра. Да, опять держишь, еще отпускай. Вот так, вот так. Угу. Поднимай даже вот. Три пальца залазят. Тянем, тянем, тянем. По китайской технологии. Отпускаем. Кайф. Залезем под лопатку, опять держишь, ослабляй. Вот здесь. Не больно, да? И мне вот где-то там точечка есть такая. Это... А тут, наверное? Да, 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 вот она. Подлопаточная мышца, честно говоря, редко кто до туда добирается из массажистов. Ой-ой-ой. Она бывает очень зажата. Да, вот почему. Набрался. И с этой стороны, да. Также. И здесь вот. И с этой стороны. Да, потихти. Попыхти, попыхти. Нормально. Ну, полезно подышаться тоже. Да, сейчас мы обработаем. Об твои ребра перетрем. Опускай локоть. Угу. Вот идем вдоль волокон трапециевидной мышцы. А теперь поперек. Ну ты молодой, все выдержишь. Ты, кстати, в первый раз, да, на таком массаже? Да, на массаже первый раз ее даже. Ну, не в первый раз в жизни на массаже, да? Да. Не, ходил к мануальщикам, но вот на массаже именно первый раз я, те, кто зрители смотрит, если очень рекомендую, не стоит сомневаться. Ну да, массаж с виду достаточно жесткий, да? Вот потерпи еще такие точки. Покрептим, постоим, давай. А, еще немножко. Вот тут чуть-чуть. Триггерные зоны. Триггерные точки еще. Ну тут уже не болит. Еще раз. Ой, трапеция. Да, вот трапеция, тут жестковато. Вообще рекомендую, то есть кто смотрит там, сомневается идти, обязательно сходить, это кровь начинает ходить, ну прям чувствуется, потому что если просто сходить к мануальному терапевту, который просто тебя прохрустел, это как бы одно, потому что обычно они даже не разминают особо-то. Да, речь о том, что многие, кто видит видео, да, у мануальных терапевтов, костоправов, они сразу, у них сеанс там 7, может 10 минут идет, да? Да, да, да. Просто на холодную работают, да? А человек может быть не готов, у него могут быть спазмы, он может быть дернуться, может быть напрячься. И, соответственно, там могут быть надрывы связок, сухожилий, мышц в итоге образоваться. Поэтому обязательно сначала перед мануалкой предшествуют разминания, устранение триггерных точек, зон. Согревание мышц, да, кровообращение ускоряется. И плюс, что ты хотел сказать? Ну, хотел сказать, что мышцы расслабляются, ты не такой зажатый, легче достать какие-то, ну, наверное, моменты. Потому что мне один раз хрустнули шею, вот так-то холодную. И чего? Потом прям я чувствовал надрыв в этих, ну, вот, в мышцах. Висит рука, висит.
Да, если надрыв, кстати, оно проходит очень долго, да? Да, долго, долго. Она там бывает до полугода может проходить. Было дело. Пока не становится, так, выдох. Еще разок. Еще. Еще. Вот это плечо, что? Все. Молодец, выдержал. И теперь обе руки вот так делаешь окошко и лбом в него ныряешь. Переходим к шейно-воротниковой зоне. У многих проблемы, кто в офисе сидит, постоянно шея напряжена, водители. Водители, особенно сейчас же все в гаджетах сидят. Да, шея такое место. От шеи зависит продуктивность, это же кровь в голову поступает. Ну да, вся мозговая деятельность зависит. А если зажаты, как правило, тут зажаты вот эти вот мышцы, да, под черепом, то, соответственно, они стягивают шлем сухожилием, то есть любая мышца заканчивается сухожилием. И стягивают его, и получается, меняется внутричерепное давление. А это, соответственно, и хронические усталости, и метеозависимость появляется, и бессонница. Ну да, вот что. Так, перейдем с другой стороны. Плечи не поднимаем, вот это расслабь. Если носом упираешься, могу подушечку дать. Нет. Нормально, да? И вот обратно декомпрессия поясницы в обратную сторону. Тазовых костей отталкиваем их как отбойным молотком. Снимаем напряжение тем самым пресловутым L5-S1. Вытягивание, декомпрессия, от межреберной невралгии избавляем. И переходим непосредственно к шее. Я уже во многих роликах объяснял, как эти приемы у меня называются. У них свое собственное самобытное название. Если кто помнит, напишите в комментариях, как назывался данный прием. Поперек вытягиваем трапецию и вдоль. Сначала растираем, согреваем. Сюда чуть-чуть положу, растянем вот эти мышцы, а здесь на сжатие, уже хрустит, да? Да. Отлично, в другую сторону. Сюда. Угу.
Руки немножко подправили. Так, теперь по центру. Причем называется эполеты. Рисуем на себе гусарские эполеты. Натягиваем скатерть на себя. И рука превратилась в кулак. Потерпи немножко. Да, тут минутку буквально потерпи. О, фу. Дадим отдохнуть. Зато мышцы сразу расслабились. Да, да, да. Чувствуешь? Угу. И согрелись, кстати, да? И согрелись, и расслабились, да. Тепло почувствовал? Угу. Сразу чувствуется, тепло побежало по спине, по шее, ну, вот, да. Тканях. Отличный эффект. Да, у тебя на самом деле температура-то поднялась уже. Uh-huh. Градуса на 2-3. Так что смотрите, или бонусом, ты не просил, не заказывал, а тебе еще с эффектом сауны. Да, да. Пожалуйста, ребятки. Полный прогрев. Да, сейчас еще позвоночник тебе вытянем, шею удлиним. Хотя тебе уже дальше некуда, да, наверное, да? Так высокий. Так, вот тут самые такие точки. А, вредные, болезненно, да? Ага. Здесь, да? Ну еще чуть-чуть потерпи. Я называю прием. Играем гамму на рояле. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Как мозги дало. Ага. И, конечно, это все акупунктурные точки, которые были под черепом, за ушами. Их очень много, я подробно про них рассказывать не буду. Вот тут девешинская болезнь, да, я знаю, потерпи, потерпи. И вот где виски избавляют от височной головной боли. Тоже болезненно, да? Очень болезненно, да. Вот. Хорошо, запустили процессы внутренние. А массаж запускает очень много процессов. Это же все системы в организме начинают срабатывать. Эндокринная, иммунная, кровеносная, лимфодренажная, лимфатическая, желудочно-кишечная. Даже там электронная у нас есть система. У нас же электричество есть в организме, знаешь, да? Да, да. Передаются сигналы же в нервной системе вроде. Угу. Где сигналов? На ушах тоже точки. Всех внутренних органов человека и скелета в том числе. Чувствовал? Uh-huh. Прилив такой, ток потом. Uh-huh. Очень хорошо избавляется от всяких головных проблем. Мозги, так скажем, запускаем. Кости черепа тоже, кстати, немножко подвижны. Вот мы их чуть дадим свободу движения. Приятное ощущение. Приятно даже, uh-huh. Да? И вот раскрываем воротничок. Вот, опять все мягко стало, смотри, я не болею. Да, 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 и уже не натянутая такая. Да, и боли уже нету, да? Ага. Вот. Помнишь, здесь был массаж, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы? Да, да, да. Вот теперь объясню теперь его смысл. Вот мы рисуем рельсы, рельсы, рельсы. Нет, это шпалы, ставим шпалы. Лопатки не своди, расслабь. Шпалы, шпалы. По ним запускаем рельсы. Два пути у нас со стрелкой вот здесь. По первому пути пошли две вагонетки.
терпимо, да? Да ладно. Вот из этих шахт мы выпускали ракеты. Вот вам ответ на этот вопрос, когда я показывал этот прием, да? Это запуск ракеты. Там Томагавк или какая там, Топ-ЛМ. А теперь спускаем туда инструменты и рабочих. Заметки назад ушли пустые. Пошли по следующему пути, к следующей шахте. ПВО, секретных наших, сбросили инструменты и рабочих. Назад ушли пустые, и теперь к этим шахтам ведем ракету тяжелую, груженную, твердотопливную. Установили прямо туда. Назад легко, она ушла пустая, туда тяжелая. На самом деле это мы делаем декомпрессию. Позвонков поставили. Вот. И теперь нам надо всю нашу дислокацию военную стереть, убрать, чтобы потенциальный враг не догадался, где у нас что лежит. Поэтому мы все это поле вспахиваем. Опять сдавая гиперемию. Опять потянем шею теперь назад. Вместе с верхней трапецией, снимая дерн со всей почвы. Сняли, засыпали шахты полностью. Секретный объект, никто не должен знать, где он находится. Пошел крупный град. Ливень. Ливень затихает, пальчиковый дождик. Успокаиваем подсознание, успокаиваем систему. И на нашем поле заколосилась зеленая, зеленая трава. Все, это мы утихомирили его подсознание, потому что сейчас мы ему не скажем, а сами перейдем к более глубоким мануальным правкам. Сначала вытащим масло. Обязательно обработаем. И обратно сторону салфетки свои собственные руки. Ваня, ну как ощущения? Ну, кайфово. Уже так расслабило. Расслабило, да? Даже, да. Ну, великолепно, великолепно. Сейчас мы тебе еще спинку поправим. И вот расслабляемся и выдыхаем, когда я нажимаю. Еще раз. Выдох. Молодец. Поясницу тебе разожмем. Многие насмотрятся роликов и боятся ударов всяких, да? Так, поясничку расслабь, расслабь. На самом деле же терпимо, да? Да, да, терпимо. Ну, поохай немножко, поохай. Не страшно. Так, и начинаем выщелкивать суставы. Ох, громко. Ох. Слышно, да, тебя? Ага. Ого. Прикольно, в неожиданных местах хрустишь. Сейчас копчик еще тебе. Не захватиться. Да, по нему не возьмешься. Ладно,
еще вот эти суставы ППС. Ох, тоже очень громко. Это как раз то, что тебе надо было. Ну да, да. Помнишь, ты голову задание имеет там? Или постреливает. Там здесь что-то. Было, было. После массажа хорошо поддается, так это все расслаблено. Кожа, да. Да. Вот. Мама, кошка тебе не таскала здесь за шкирку? Ой. Все. Так, ну расстояние межпозвонковое тебе нормальное. Тоже потерпи немножко, такая техника ударная сейчас будет. Тут немножко в руки может отдать. Или в голову. Хорошо, по рукам тепло пошло. Пошел ток, да? Ага. Так, а тут опрись лбом в стол, пожалуйста. И все правильно, давай в ту сторону голову. И подальше вот туда-туда. Вот так. Вот этот позвонок тебя беспокоил, да? Да, прострелил конкретно. В руки пошло? И в руки прострелило, и в голову прям, ну, так это. Да. Вот то, что нам и требовалось. Да. А вы боялись. Ну, интересно, кстати, блин, по ощущениям. Все, что ниже груди, получается, в ноги. Да, вот с этой части в ноги стреляют, все нормально. Не, вот столбить. Еще пониже, еще чуть повыше, вот было место. Вот эти, да? Да, чуть повыше, вот там хорошо тоже так прошло вниз тело. Здесь вот. О, как будто расклеились. Да, как будто они расходятся. Да, еще не такое. И это все было только подготовка для дальнейшей мощной декомпрессии. Сейчас мы как раз тебя и растянем. Так, давай, выдох. Еще раз. Еще. Еще раз. Так, вот тут. Вот так разводим. Еще выдох. Ну, чтобы вы понимали, у нас нет самоцели именно хрустнуть. Дело в том, что посеточные суставы, которые по бокам находятся, да, или поперечные суставы, они расходятся, сходятся, да, и таким способом это получается как насос, они начинают напитываться. То есть вся наша декомпрессия, она питает суставы, позвоночник дольше живет, здоровой, полноценной жизнью человек не иссыхает и в росте своем не уменьшается. Ну, опять же, при массаже прохрустело там, да, тут тоже большая часть. А, при массаже уже прохрустело. Ну, да. Так, давай еще проснемся. Так, расслабились. Еще хрустнуло. Ага. Мне расскажется, что там столько хрустит. Отпускай ногу, ягодичку, поясничку, все расслаблено. Ой. Потому что если не загну вас я, вот так вот, да, тебя так никто не загибал еще? Нет. Иначе, ребятки, вас жизнь загнет еще покруче. Поэтому бегите скорее
специалистам таким, да, чтобы вас подправили как следует. И шею сейчас мы типа крутим. Сам ничего не делаешь. Чуть-чуть я голову доверну вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, вот так, вот так. Вот так. О, расслабились. Плечико. Во. Еще немножко. В другую сторону голову. Еще немножко вот так, вот так, вот так. Сам не делал ничего. И контрольный выстрел в голову. Вот так вот. Теперь смотри, голову заворачивай вот сюда. Ко мне. А, нет, это надо с другой стороны сделать, в ту сторону. Эту руку. Вот так. Оп. Потому что у тебя сколиоз левосторонний, да, в данном отделе, поэтому мы будем править его вправо, в обратную сторону. Логично? Да. Логично. Давай эту руку за голову, клади себе на ухо верхнее. Сюда, да? Угу. Отпускай плечо. Расслабь, расслабь. Все расслаблено. О, это позвонок был, да? Да. Вот тут. Еще. И еще. Теперь руку за спину клади. Да не прыгай, не прыгай, да. Просто расслаблен, просто даже пусть висит. Ну, с этой стороны подойдем. Все, можешь пока ровно лечь. Угу. Не держи таз, все, расслабь, 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 еще, расслабляй. Держишь. Ягодичку расслабили. Так. О-о-о. И за ногу я тебя подниму. А ты ногу не держи. Расслабь бедро. Ягодичку, поясничку. О-о-о. Еще расслабляй, расслабляй. Не держи ногу. Не держи, не держи. Вот так, раз. И еще раз прохрустели, да? Да, дожали. Все. Дожали, то, что не до этого. Не дожали. Так, ну а теперь извушка-извушка, поворачивайся к морю передом, ко мне задом, на бочок. Так. Так, сажусь, да? А, ложись. На бок, да, ложись. Вот, эту коленку к себе. Ага. Да. Эту руку из-под себя. Вот так на ногу клади. Ага. Эту руку назад, голову тоже назад. И просто руку, ногу тоже побольше назад. Оп. Расслабились и на счет три выдох. Раз, два, три. О! Вот оно все и было. Вот отсюда до сюда, да? Да, да, да. Вообще класс, то, что и надо было. Теперь ко мне лицом, к морю задом. Вот секрет сказки про рельсы, я уже рассказал, да? А теперь сказка про избушку. Почему она переворачивалась туда-сюда? Чтобы подправили ее с разных сторон. Правильно? Ну, что-то. Немножко все подвину. Висит нога, висит. Да, назад. Да, это назад, пока ничего не делай. Раз, два. О, ну это вообще мощно. Канонада. Ну надо прям, да. Так, и сразу на спину ложись. Угу. Так, ну что, жарко, можете не прикрывать. Да. Так, сейчас посмотрим, вот эти вырнулись косточки. Они уже жавнее стали. Так, по ногам. Не держи ногу, не держи. Стопы расслабляй, расслабляй, все висит. Все висит. Так, ну вот эта нога еще короче. Была на сантиметр короче, сейчас она короче миллиметров на 5. Ну, как раз это сейчас устраним. Это вот из-за сколиоза как раз перекос идет, получается, наверное, да? Да, это из-за сколиоза, но на самом деле из-за таза. Из-за таза и ноги разные, и сколиоз появляется. Так, вот тут уперлись.
Ну, не сильно, не напрягайся, не напрягайся. Просто прямая нога. Это расслаблено. Продолжаем расслабляться. Чувствуешь, как растягивается? Ага. Может даже вот из любопытства просто ладонь сюда положить. Да-да, я прям чувствую, как там вот сам ходит. Таз ходит, да? Да-да-да. Так, посмотрим твой. Косточки еще немножко вот так. Пододвинься к этому краю, свесим ногу вниз туда. Ага. Угу. Еще больше, чтобы она висела прям. Чтобы висела. И смотри, я давлю на ногу вниз, на вдохе, задерживаем дыхание, поднимаю вверх. Вдох, толкаю вверх. Угу. Не со всей силы, так умеренно. Тянем, 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 еще. Выдох. Расслабляю полностью. О! На выдохе просто как... Ага, надо, ну... Как, блин, на сковородке разлеглись и все. Так, еще раз вдох. Тянем. Ногу вверх толкай. Выдох. О! Лежи, пока лежит. Просто лежим. Продолжаем расслабление. Угу. Обратно по столу выравниваемся. Повыше. Ну, ноги, кстати, вот уже выровнялись. И по лодыжкам, и по пяткам. Стали ровные, по пальцам большим тоже. На одном уровне. Ну, даже я пока сам чувствую. Вот этим касаешься, да? Да-да-да. Ну, чувствую, что симметрично, не спущено никуда ничего. Ну вот, да. Потому что таз встал на место. Вот выровнялся таз. Ну, и это еще не все. Расслабляем ногу, продолжаем расслабляться. Висит нога, висит, падает. Бок наклоняем, ногу наклоняем. Опа. Сюда. Ой. Это там внутри еще. Ага. Да? За бедренный сустав, да, все правильно. Ой. Все хрустит. Ага. Ой. Расслабляемся, но тоже больно. Надо только расслабляться. Тоже было? Угу. Так, давай чуть подтянем просто сюда. Готово. Перейдем к рукам. И расслабляемся. Все, расслабляемся.
Было, да? Да. На плече. Отпускай, отпускай руку, ты сам ничего не делаешь. Просто расслабленно, расслабленно. Онемело? Да, ну так же тоже пристрелил, да. Просто тяжело расслабиться, знаешь, что будет. Ну я да, я чувствую, что ты не расслабился. Ну, просто полностью было. Ты расслабился всем. Вот сейчас уже было. Да. Вот сейчас уже круто, да? Приход пошел. Да, да, да. Не двигайся, не двигайся. Как раз я тебя подвинул сюда к краю стола, чтобы ты зацепился коленками за краешек. А. Зацепись. Как бы, да. Угу. Мы сделаем тебе мощную декомпрессию всего позвоночника. Угу. За череп выдернем. Ноги. Ноги, позвоночник. Смотрел первую часть «Хищника» со Шварценеггером? Да, конечно. Когда они к нему, помнишь, в пещеру, когда они зашли, там висят такие человеческие черепа и позвонки, да? С вырванными позвоночниками. Да, с вырванными позвоночниками. Ну, вот у меня тоже такая коллекция в той комнате. Так что не волнуйся, все пройдет. Сейчас пополним. Да, пополним коллекцию. Позвону. Итак, друзья, если это видео наберет 100 тысяч лайков, то я вам покажу свою коллекцию черепов и позвонков от удачных приемов костоправа. Так, расслабились, продолжаем расслабляться. Потянем, потянем. Потянем. Смотрите, что сейчас будет. Откройте свои уши и слушайте вандерлоги. Ох. Это было мощно, но вверху, да? И поясница. И до поясницы дошло. О, отлично. Ага. Ну, значит, может тоже раз сегодня дергать, потому что все уже прошло успешно. Ну, вот прям поясница так хорошо разошлась и шея. Ну, давайте на грудное дело еще. Вот на грудной можно, это приятнее. По-другому сделаем, да. Немножко по другим наклонам и углом. Ох, отлично. Было, да, до грудного дела дошло теперь. Да. Вот, все точно, дифференцированного Олега Лапогуды на тот отдел позвоночника, на который хотел воздействовать, там произошел щелчок и раскрепощение. Так, ну сейчас проверим твою шею, где Бетланд на месте стоял. А, тут немножко выпирает. Так, отпускай голову. Головушку отпустили, расслабили. Ну, ты придержишь. Ой. Вот. Ага. Держишь еще раз, ладно? Еще боишься, да? Да. Так, еще расслабляем. О, вот так вот. Отлично. Давай пять. Мы с тобой молодцы. Давай вставай и делись впечатлениями. Ох, ну прям вообще легкость в теле. Да, пришел с жалобами на головные боли, боль в грудном отделе. Ну руки мы тебе сразу подправили. Да. Просто бы еще до камеры. Так, да, ну расскажи, что у тебя было. Ну, собственно, пришел я с проблемами грудным отделом и с болями в голове, шейным отделом и поясничным. И поясница, да. Мы протестировали, пропальпировали сначала, выяснили, где боли, в чем причина. Да, еще вот до камеры мы как бы тут уже начали, по сути, уже костоправские движения, уже да. Что-то часть прохрустела. Ну, после поправки прям чувствуется, что и плечи, да, свести стало легче, потому что до этого, как бы, из-за того, что еще у меня сколиоз, немножко плечо было вперед подано, да. Сейчас прям стало, как будто снял мешок картофельный с плеч. Очень большое спасибо. Мешок с корнями. Да, те, кто смотрит, сомневается, рекомендую, сходите обязательно, не стесняйтесь. Какая приятная пластичность. Да, 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 прям приятно в организме. Ну ты встань, потянись, как ты в тех позах, где ты чувствовал боль. Вот я до этого, наклонах. Да, вот поясницу, я ну с утра вставал вообще прям поясница, то есть совсем прям не шевелилась, было тяжело. Сейчас нормально, да? Да, сейчас стало легче вообще, и вот ну, в грудном отделе, шея, влево вообще не поворачивалась, вот мы когда, да? А, кстати, да, поверни-ка влево. Ну вот влево вообще. Слушай, а 90 градусов у тебя. Да, до этого вот вправо шея поворачивалась хорошо, влево не поворачивалась. Вот это мышцы тянуло сейчас? Да, как? Сейчас вот все расслаблено вообще. Прям. Не тянет, да? Не, не тянет, ничего вообще, все. Супер. Отлично. Да, потому что даже водители поймут, ты едешь, ты в левое зеркало, когда смотришь, шея не поворачивается, начинаешь телом крутить вправо, вот как бы вообще. Да, плечами уже разворачиваться. Да, нужно уже разворачиваться телом. А так вот сейчас, как у совы, могу как нас пойду посмотреть, да.
Вот. Всем ну давай до новых встреч. Да, друзья, вы пишите комментарии. Мой телефон всегда указан где-то внизу. Меня зовут Олег Алабудвин. Ищите на всех социальных сетях, во всех поисковиках. Не стесняйтесь, записывайтесь, вам понравится. Да. Пока-пока.